Ребята, всем привет! Давно мы с вами не играли в аквапарк с говорящим Томом и его друзьями. И у нас с вами остался еще один недостроенный объект. Сегодня мы, конечно же, закончим стройку, но сперва давайте посмотрим, что же происходит в нашем аквапарке. Какой же он у нас огромный! А еще здесь много аттракционов и различных интересных местечек для отдыха и веселья. И я знаю точно, что в этом аквапарке никому не будет скучно. Это уж точно! Ну а кто ждал эту серию, обязательно ставьте лайк. Ну а мы приступаем к стройке. Только вернемся в нашу последнюю локацию «Затерянный город» и сразу же приступим очищать бассейны. И сегодняшнюю игру мы начнем с 355 уровня. Итак, в этом бассейне у нас есть 9 ходов. И как же здорово, что здесь есть звездные батуты. Отличное начало! Ребята, а вы только представьте, ведь нам с вами нужно пройти всего лишь 6 уровней, и мы полностью закончим ремонт в этой игре. И наш аквапарк наконец-то будет полностью отремонтирован. Yes! Как же здорово! Мы не успели и глазом моргнуть, как уже прошли один уровень и заработали первый ключик. Ну а впереди нас ожидает 356 уровень. Классно, здесь есть огненный перец, попробуем к нему добраться. А что если мы воспользуемся плюшкой единорога? Но, к сожалению, эффект оказался не такой, как я планировала, но все-таки получилось неплохо. Ой-ой-ой, Хэнки подтолкнули Анжелку, и она угодила в катапульту. Кстати, ребята, а вы заметили, что на этом уровне у нас всего лишь навсего один бассейн? Но только жаль, осталось всего лишь 2 хода. Так что ошибаться нам ну никак нельзя. Отлично, от Анжелок мы избавились, но как же нам быть с Хэнками? Как нам с ними поступить? И, к сожалению, другого выхода у нас не оставалось, как только докупить 3 дополнительных хода. И этот уровень пройден. И ура, ребята, у нас уже есть 2 ключик. Осталось еще 4, и мы наконец-то закончим стройку. Ну надо же, как же Хэнка угодила в эту движущуюся перегородку. Наверняка из-за интереса, ну да ладно, пусть он еще немного поразвлекается. Ну а мы тем временем благополучно избавились от джинджеров. Удачно у нас получилось вытащить Хэнка из той перегородки. Теперь будем думать, что же нам делать дальше. Но долго нам думать не пришлось, и наш Хэнк переместился во 2 бассейн. Прикольно, то что здесь есть мультирадужные туннели, по которым можно путешествовать. А еще я решила приобрести усилитель единорога. Ведь с их помощью мы намного быстрее завершим этот уровень, и у нас это получается просто идеально. А ну-ка, где тут наши рыжики? Да это же просто здорово, теперь мы без каких-либо проблем избавились от всех котиков. Yes, ребята, и еще один уровень позади. И теперь у нас на счету уже есть целых 3 ключика. И мы сразу же приступаем к прохождению 358 уровня. Эу, Том, ну как же ты смог угодить в этот мыльный пузырь? Придется тебя освобождать. Первая попытка, к сожалению, у нас оказалась не очень удачной, но вот остальные просто супер. И у нас даже осталось еще 2 дополнительных хода. Надеюсь, они нам не понадобятся. Ура, ребята! И этот уровень удачно завершен. Итак, можно сказать, у нас завершающий предпоследний ход. И у нас 359 уровень, на котором нам придется с вами освободить целых 3 бассейна. И начало у нас получилось неплохим. За первых 2 хода мы смогли избавиться от зеленых Томов, от красных Бенов и ура, от Анжелочек. Сейчас главное, чтобы у нас получилось все с джинджерами. Как же классно у нас все получилось. Ой, бррр, как же я не люблю эти вертелки. Вот это да, у нас получилось все суперски. Как же удачно нам удалось проскользнуть мимо этих пропеллеров.
Сейчас попробуем провернуть крутой трюк с джинджерами. С джинджерами, конечно, получилось все отлично, но вот жаль, что пострадали Бены. Но как же клево, что так быстро нам удалось исправить ту ошибку. А вот этот бассейн по прохождению, ну, очень сложный. Ведь по этим зигзагам очень сложно встретиться нашим песиком Беном. Ну что ж, придется нам с вами докупить 3 дополнительных хода. Юху! Как же клево! Надеюсь, ребята, вы так же рады, как и я. Ведь у нас уже есть 5 ключиков. И мы, не теряя ни секунды, отправляемся на 360 уровень. Ведь если мы сейчас его пройдем, то получим заветный 6-й ключик, которого нам так не хватает для того, чтобы наконец-то закончить стройку. И как обычно, последний завершающий и очень важный уровень будет не таким уж и простым. Интересно, кто же прячется под последним зонтиком? И это был еще один рыжик. Юху, рыжик! Наш благополучно переместился во второй бассейн. Только здесь вот нам с вами придется немножко поразмышлять. Ведь нам из плена нужно освободить 2 героя. Мы нажали на кнопочку, и ловушка открылась. И песик Бен, как настоящий джентльмен, смог вытолкнуть из этого капкана розовую Анжелку. Хотя, возможно, между тех перегородок Анжелка с Томом просто хотели уединиться. Ну а мы с вами им помешали. Но правило есть правило, и нам с вами главная задача — это освободить бассейн от посетителей. Ну а для того, чтобы не тратить драгоценные ходы, я решила усилиться и приобрести ракеты. И вот он, последний завершающий решающий ход. Наконец-то Томы последними покинули этот бассейн. И мы удачно завершили этот уровень и получили 6-й ключик. Давайте же скорее посмотрим, что нам с вами нужно выполнить. Как же нам спуститься с самого верха? Конечно же, по большой горке. Выбираем последнюю огромную горку и все, ова-на, ребята! Наш затерянный город наконец-то построен! И по такому случаю, как обычно, в нашем аквапарке фейерверк и салют. Ну а в разработке скоро появятся новые уровни, а пока мы можем пройти уровни в случайном порядке. И раз уж такое дело, то давайте посмотрим, какие здесь случайные уровни. Все понятно, ребята, мы все так же можем освобождать бассейны, но только вот за это нам уже ничего не дадут. Ну да, ведь наш аквапарк уже построен, и золотые ключики нам уже не нужны. Поэтому будем играть в свое удовольствие. Ну а для того, чтобы было легче пройти этот уровень, я решила купить 3 плюшки единорога. Благодаря им у нас получилось, можно сказать, идеальное прохождение этого уровня. Ведь мы смогли сэкономить огромное количество ходов. Ай, немножко Бену не повезло. Но я думаю, сейчас мы это все исправим. Круто у нас получилось все так точно рассчитать. Вот было бы здорово, если бы точно так же у нас получилось с джинджерами. Но точно так не вышло, но все равно получилось неплохо. И в этот раз мы смогли успешно завершить случайный уровень. Давайте попробуем пройти еще один. Интересно, какой же бассейн нам выпадет освобождать на этот раз? Прикольно, я вижу целых 3 огненных перца. Без этих перцев нам сложно бы пришлось разбивать такое огромное количество льдин. Но благодаря усилителю единорога и огненному перцу у нас это получилось сделать просто идеально. И напоследок, я даже и не знаю, нам, по-моему, этот огненный перец совсем даже не пригодился. Ведь мы успешно смогли завершить и этот уровень. И надо же, как здорово, к нам в аквапарк напоследок спустился воздушный шарик. А это значит, что мы можем выиграть какой-нибудь приз. Ну что ж, давайте крутанем это колесо. И ребята, сегодня наш приз — это плюс 5 золотых монеток на счет.
И, пожалуй, на этой позитивной нотке я буду с вами прощаться. Как всегда, с вами был канал «Страна Игрляндия». Всем пока и до новых встреч!